Фига себе, мужик продает. Охренеть. Просто какая-то жесть. Вы какие-то... Так, удержания у нас нет вроде, да? Слово силы убить тоже вот, блин. Ну, офигеть. Так, ну... Да, масса ускорения нет. По-моему, удержания нет, да, нет. Так, вот это вот сюда, сюда. Повезло, повезло. Повезло, повезло. Так, 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 нам надо, короче, хилить его. Иначе его сейчас кокнут. Смертельное ранение. Давай, фортак ее дигер, мама. Хорош. Нормально, нет ранений. Капеллан у нас тут что-то почти помер. Так, вот. Это вот это катапульта, что ли? Это... Боже мой, мужик рядом стоит и катапульта, только посмотрите. Ой, пипец. Я вообще катапульта был. Бел, болваны, блин. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Neverwinter Nights Hits Edition. Вот, и в прошлой серии вот тут что-то зачистили, какой-то храм, и вот, и нашли звездный, что-то там, звездный сапфир. Вот, видимо, по какому-то заданию, кстати говоря, мне тут сказали про какого-то нашего Глину или как-то какого-то там мужика, но в любом случае нам сейчас надо, получается, возвращаться. Подожди, а откуда мы там пришли-то? Видимо, я где-то пропустил задание, вот как раз-таки на этот звездный, как там тебя, черт, будь ты не ладен, сапфир, все перебрал в голове, изумруд и алмаз, блин, вот, и, видимо, в лесу стужи у нас, видите, все, больше дальше некуда идти, поэтому, наверное, можно смело возвращаться назад, и давайте-ка поищем этого нашего Глину, блин, или как он там? Какой-то... Блин, забыл. Короче, давай посмотрим. Вот ему это должно... Мне в комментариях написали, что он где-то тут. Пивная. Я что-то пропустил, ну вроде как... Вот, фактория. Вот, смотрите еще факторию. Точно, блин, нифига я проворонил ее. О, точняк. Блин, я факторий-то и не был. Вот это прикол. Да, и дверь закрыта, вот болван. Отлично, вот он, да, Кашер Галина и какой-то кузнец еще. А, и вот кузница. А, нет, кузницы нет. Да, наковальня. Отлично, блин, вот болван. Давай с Харшером Глиной поговорим. О, приветствую. О, приветствую, друг. Харшер Глина к твоим услугам. Хочешь посмотреть на мои товары? Это новейшее отделение всей моей сети магазинов для искателей приключений. Что же значит самое новое отделение? Но у меня был небольшой магазин на юге, дела шли хорошо, но без расширения больших денег не получишь, поэтому я оставил сына и приглядывать за магазином и приехал сюда, чтобы развивать свою торговую империю. Когда я увидел всех этих богатеньких искателей приключений, которые собрались здесь у колодца Биоруна, я понял, что это идеальное место для открытия нового магазина, по крайней мере до тех пор, пока я не получу лицензию, позволяющую мне торговать в Neverwinter'е. Я ищу слово власти. Увы, боюсь, такого нет у меня в ассортименте. А если серьезно, я и правда ничего об этом не знаю. Может быть, тебе стоит поговорить с Лилиан Кембридж, этой археологиней. Так такое есть слово вообще археологиня, как богиня, блин, какая-то. Которую привез Арингент. Судя по тому, что я слышал, она проводит большую часть времени в таверне. Может быть, она поможет тебе больше, чем я. Что ты имеешь в виду? Когда я услышал, что здесь появился археолог, я пошел, чтобы поговорить с ней про один предмет, который я разыскиваю уже очень давно. Вот, кстати говоря. Но это ее не заинтересовало. Она сказала, что ей нужны только предметы, имеющие историческое значение, и что у меня нет времени разыскивать в поисках, рыскать в поисках безделушек. Я даже предложил ей щедрую награду, но ее, казалось, больше интересует бутылка вина, стоящая на столе. Может, и я смогу тебе помочь? Может быть, и сможешь. Ты вроде ничего так, мужчина, не без способностей. Давай так договоримся. Ты помогаешь мне, а я даю тебе ту награду, которую обещал Лилиан. Что за работа? Я, помимо того, что веду торговлю, также собираю редкие драгоценные камни. Сейчас меня очень интересует камень, который называется Звездный Сапфир. Звездный Сапфир очень ценен, что я это и тебе гарантирую, но больше чем за 1000 золотых ты его не продашь. А я коллекционирую, мне он интересен, именно поэтому я предлагаю тебе 3000 золотых. Если ты найдешь мне этот камень. Зачем тебе это нужно?
Звездный Сапфир был частью приданого Лайен Шеру, младшей дочери одного влиятельного купца. Его семья была очень известна в Уотердипе, но примерно 2 века назад. Но Лайен не была готова к замужеству, она очень хотела стать магом, и в утро своей свадьбы она сбежала на север в поисках славы и удачи. Если верить документам, Лайен стала достаточно могущественной волшебницей. Она даже сумела предсказать свою смерть и построить сложную, забитую ловушками гробницу, в которой должны были упокоить ее останки. И ты считаешь, Звездный Сапфир по-прежнему находится в ее гробнице? Судя по всему, Звездный Сапфир был один из самых ценных ее сокровищ. Он напоминал ей о жизни в Уотердипе, от которой она отказалась. Звездный Сапфир стал бы отличным дополнением к моей коллекции. Принеси мне его, и я заплачу тебе 3000 золотых. Именно столько я предложил Лилиан. Это куда больше, чем можно выручить за этот предмет у обычного торговца. А прикинь, говорить такое, да? И зная, что этот камень, он уже у нас в рюкзаке, блин, пипец. Вот это лицемерие. А, мне нужен аван. Так, ну ладно, аванс это ладно. Не знаю, насколько правильно грабить, но захорони. Ладно, это сделал. У меня с собой Звездный Сапфир. Отлично, как я обещал тебе, вот твоя награда. 3000 золотых. Кажется, мы договорились именно о такой цене. Ты что, подошел-то ко мне? Мне пришлось столкнуться с кучей проблем, чтобы добыть тебе этот драгоценный камень, наш Хашер. Большой кучей проблем. Ну ладно, видимо, это действительно было не так просто. Представляю себе, насколько сложно было избежать всех ловушек в гробнице Лайен. Так что вот тебе еще 200 золотых. Я и так заплатил тебе куда больше, чем стоит этот камень, но, видимо, такова участь всех коллекционеров. Итак, что я могу для тебя сделать? Мне бы хотелось посмотреть на твои товары. Так, несколько вопросов. Ты вещи продаешь? Что значит новое отделение? Хочу узнать... Так, давай сначала спросим. Какие вещи ты продаешь? Немного того, немного сего. Магические и обычные предметы. Все, что может потребоваться искателю приключений. Но если тебя не интересуют мои товары, поговори с моим другом Дворфом. Он стоит вон там в углу. Он очень хороший кузнец, что касается оружия и брони. Если того, что тебе нужно, нет у меня в продаже, он сможет сделать это. Так, еще вопрос, я хотел вот это спросить. Я хочу узнать кое-что о работе, которую ты предлагал раньше. Отличная работа, тебе удалось найти Сапфир. Надеюсь, ты не собираешься просить у меня еще денег. Насколько я понимаю, мы уже разобрались с этим делом. А, прикол, ну ладно, давай. Так, давайте посмотрим, что у него есть. Так, ну все, копье 12000 КБ плюс 3. Так, тоже 12000. Ну, кстати, в нем, возможно, и продается что-нибудь из одежды. Нет, нифига. Так, что по лукам? Какая дубина? Пальцы плюс 3. Вот лук плюс 3 бы нам не помешал бы. Ну, у нас, по-моему, у нас плюс 2. Вот лук плюс 3 бы вот такой, было бы здорово. О, короткий композитный. Могучий плюс 5. Вот это интересно. Подожди, если тут есть, значит, есть и такой. О. Могучий плюс 3. Сюда. Вот это вот сюда. Сколько он? 26 тысяч. Вот это вот сюда. Это я прикуплю. Так, давай сейчас быстренько глянем еще что-нибудь. Ничего нету. Так, ну лук мне точно нужен. Лук мне точно нужен. Так, местечко надо найти какое-нибудь. Сюда вот. Чпоньк. Оп. Так, и этот куда-то, блин, вот сам по себе куда-то провалился. Падла. Вот он. Все, отлично, у нас теперь лучище просто пипец. У нас под бафами плюс 5 как раз таки, еще урон вырос, просто обалденно. Так, призматический спрей, что бы это ни было. Что делает? Существа в области действия заклинания случайным образом получает один или два следующих эффектов. Ни хрена себе. Поражение ядом, это какой уровень-то, 7-й? Верно, что цель получит 2 эффекта равен 1 из 8. С ума сойти. Так, восстановление. Это, кстати, хорошая тема. Восстановление небольшое, именно обычное, да? Но оно бесконечное, поэтому, наверное... Вот так, блин, а можно... Только-то купиться. Нам восстановление надо, у нас частенько там... всякие снимают нам эти уровни, заразы, поэтому... О, массовое ускорение. 6-й чародей. Заклинание безвредно. Блин. Вот на бы, в эту бы, в руку бы, да? Ну ладно. Так, посох Вальмаксиана. 106 тысяч. Ничего себе, что он делает-то?
Огненный шар, сколько зарядов? 50, то есть 5. Так, эфирный. Ну, такой себе, я не знаю. Парализации. Жезл вызова, жезл небес, тайного разделения, молнии, огня. Огненный удар, тоже на 10 раз, да? А это что такое, что за разделение? Рассеять магию, я понял. А, кстати, нам на какое-то заклинание-то там. На магическую что-то... удержание, да, удержание, надо посмотреть. На заклинание удержания посмотреть. Остановка времени, нифига себе. 9-й. Вот это вещь, наверное, да? Заклинатель получает способность игнорировать течение времени. Он может колдовать, передвигаться и атаковать в то время, как весь остальной мир застывает в неподвижности 9 секунд. Судьба. Нифига у него заклинания продаются 9 уровня, боже ты мой. Ужасный фантом предстает перед вражескими созданиями в зоне действия заклинания. Если противники неудачно выполняют спас-бросок воли, призрак касается их, после чего им приходится выполнить еще один спас-бросок по стойкости. При неудаче существо умирает. Однако и тем, кто успешно выполнил, наносится 3d6 магического урона. Существа с костями хитов меньше 4 погибает автоматически. Нихрен. Сколько он стоит? 10 тысяч. Фига себе мужик продает. Охренеть. Просто какая-то жесть. Вы какие-то... Так, удержания у нас нет вроде, да? Слово силы убить тоже вот, блин. Офигеть. Так, ну... Да, массовое ускорение нет. По-моему, удержания нет, да, нет. Так, вот это вот сюда, сюда. Повезло, повезло. Так, минус 80. Нам надо, получается, вот сюда вот это вот. Оп. И вот это вот сюда вот, оп. О, 100, она, я уже прям вижу что-то 100. Так, пандемониума, очарование, преследование и ветров. По-моему, очарования у нас не было. Массовое очарование. 15, ничего себе стоит. Массовое, очаровать человека или животное, очаровать монстра. Массовое очарование. Ну, прикольная тема. Я, наверное, даже куплю. 82 тысячи. Мама ми, 90, это что такое? Стая элементалей. Этот темный предмет содержит души многих, кто играл на нем, но тем не менее он может издавать навязчивый звук. Некоторые говорят, что его струны сделаны из серебряных нитей, привязавших жертв к этому плану. Настроенный на минорный аккорд с годами, он приобрел свой идеальный тембр. Лучший игрок, когда-либо державшего в руках, был Алавар, который пытался извлечь из него души своих родителей. Стая элементали. Но не знаю, за 90 тысяч это, может, у меня жаба давит. Нет, наверное, мы не будем брать, потому что мы и предыдущими-то не пользуемся, ни хрена. Вот за сумочку спасибо. Так, ладно, я понял. Задание хотя бы выполнено, он пойдет. Давай с этим дрящом поговорим. Эй, что? Барон Сильверблейд. Добро пожаловать в кузницу барона, сэр. Я, разумеется, барон, главный дворский оружейник и создатель отличных магических предметов. Чем я могу помочь вам? Что вы здесь делаете? Я кузнец, специалист по оружию и броне, вроде как. Я беру компоненты и объединяю их с магическими предметами, чтобы делать еще более могущественные предметы. Я такое уж плевое дело, если понимать. Если желаете, я посмотрю ваше снаряжение и вещевой мешок. Вдруг там что-нибудь найдется подходящее, чтобы я сделал вам действительно опасное оружие и мощный доспех. Что бы вы хотели, чтобы я поискал? Кстати говоря, луки вообще никто не делает, да? Вот в прошлой в первой главе мы там поделали очень много предметов, но луков так и не было. Вот это пипец. Не совсем оружие оставляют. А, так давай, оружие, топоры и доспехи. Итак, топоры и доспехи, дайте-ка мне заглянуть на ваши вещи. Я скажу, что можно из них сделать. У вас нет... А, я понял, ну блин, он хоть книжку там какую-нибудь дал бы. Боюсь, я мало что могу рассказать вам. Я не так давно переехал сюда с юга, и солдаты Союза Лордов тут же загрузили меня заказами на изготовление оружия и броди. Я давно уже... так, а я даже распаковать ничего не успел. Почему ты покинул свой дом на юге? Я слышал, Хашер открыл здесь магазин, а теперь, когда началась война, я подумал, у меня тоже неплохо пойдут дела. Потому и приехал. Что ты можешь рассказать мне про Хашера? Если вас так интересует Хашер Глина, поговорите с ним лично. Вон он стоит, в другом конце комнаты. Еще что-нибудь. Что вы здесь делаете?
Так, это мы все читали. Составляющие. Да, пожалуй, так, все тоже все читали. На вопросы. Я хочу заказать вам одну вещь. Положи компонент, тут все понятно, короче. Короче, надо рецепты-то где? А где рецепты-то? Простите, а где рецепты? Он может из первой главы? Блин, вот говно. И кстати, я так подумал. А, ну кстати, да, что, баллон-то, блин. Я подумал, что я с этими не поговорил. С лоботрясами, с нашими, я все поговорил. Так, а у тебя, чисто создание, да. Все, тогда получается мы совсем все поговорили. Нам остается в другую часть эту бежать. Вот, и обязательно, когда мы поднимем левел, нам надо будет поговорить с нашими лоботрясами. Вот, чтобы взять у них задание. Так, мы тут поговорили в лес тужи, в лунный лес. Окей. Ой, подожди, это куда? А это куда? А, вот сюда, да? Порт Илкар. О, раненый солдат, нифига. Так, да. Чё ты, болван? Тебе что нет? А чё ты ранен? Приветствую. Порт обречён. Мои бедные сапоги. А, мы его похитить не можем. Блин. Приветствую. Подожди, а если его попробовать банкой похилить? А, хрен тебе лысого. Так, а если так? О, хорош. Приветствую. Что ж, по крайней мере, я еще не умер. Как скоро будем с этими со всеми этими несчастными в форте? Так скоро будет. А, нифига себе. Ну, это оптимист. Вот это оптимист. Что могу сказать? Так, у нас куда можно идти-то? В лунный лес и форт Илкард. Давайте форт Илкард. Потому что мы в лесу были, а в форте Илкард мы не были еще. Поэтому я думаю, что нам надо сходить в форт Илкард. Потом пошли в форт Илкард. Какое классное название. Форт Илкард. Так. Ой, какая карточка-то маленькая. Лось. А, вот они. Здорово. Ой, нифига мы тебе урон-то наносим. Да и ладно. Ой, тихо. Сколько? 11. Неплохо. Ой-ой-ой. За серию. Стреляют, да так, ну, достаточно больно, а. Да ладно, давай, иди разбирайся там. Фига себе, ты чё? Да ладно, ты чё, подменил, что ли? Что с тобой? Всех выносил. Ничего себе, достойный соперник. Нифига себе. Пусуны? Ничего себе. Вот сейчас вот и задумаешься об этих всех арфах пандемониума-то, блин, или как их там? С призывом, да? Если вот так вот. Сандалия, так вроде и неплохо, значит. Надо просто этого, лоботряску запускать. Мне кажется, он... Ой, блин, они все лучники. Да ладно. Надо, блин, скорость. Да ладно, что ты стоишь-то? Главное, чтобы нас не убили. Ой, 39. Слушай, нифига не крепкие. Вообще крепкие. Пипец. Я ему 29, все, раньше просто лопались, смотри, а сейчас. Нифига себе. Смотри. Достойные соперники. Вот это вот немножко хотя бы, чем же тебе есть? Хорошо. И это мне нравится. Теперь хотя бы как-то поосторожнее можно, что ли, да? И забафы теперь, блин, как-то ценятся сразу. Интересно. Так, у нас тут с сумками просто какая-то вахханалия, просто пипец. Тут были. Умираю. А, вот и как. О, еще одна. Нифига себе. Стой, еще одна. Фу, кефтеме. Знаете что? Наверное, надо бы вот этого коробки избавляться. Потому что она веса. Ну хотя она там веса заклинания. Блин, нифига себе. Так, я так предлагаю, давайте-ка, наверное, вот это перенесем куда-нибудь. Вот сюда. Вот у нас теперь хотя бы тут все сумки будут. Самые мощные на первой этой вкладке. Так. Только она будет привыкнуть, а то... Ой, ужасно, медведь. У него тоже много опыта будет. А то... Ой, нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, извините, пожалуйста. А чё вы какие мощные? Ой.
Ага. Вот это пошло. Нифига себе. Фига. Вот это противнички. Мама мия. Так, сколько у нас? 23-46. Вот это мне нравится. Теперь хотя бы они не просто лопнутся, да? В общем-то. Так, заперто, хотел сказать, заперто. Так. Вот это интересно. Тебе меня не победить! Смотри, стрел там просто кошмар. Вообще дичь. Тебе меня не победить! Давай, брат! Меч убьют нахрен! Ты чё? Крыса, так дерись! Сол, блин, нифига не мощная. Вот это прикол. Чуть этот не навесили меня тут люлей. Ни хрена себе. Да ладно, ну ты, конечно, такой еще, да? Так, надо, наверное, подождать, забавиться заново, да? Чтоб у нас этот ускорение на нас было, да. Не ускорение, это как ее? Ну, 50%, короче, промахнулся. Нифига себе! По шапке надавал нам, блин, ни хрена. Вот это прикол. Так, давай, бивень. Нифига. Отано, Бордигема. Нас. Да как по-английски там. Типа вопрос, кто это? Звучит как у? И спрашивают там, шутка. У нас в офисе кто-то выдает себя за сову. То есть кто? И типа ку. Тут так же у, блин. Как филин нахрен. Так. О, кстати, что-то есть. Давай-ка позырим. Сапфир еще есть. Так, а тут у нас. Тут у нас нет ни проха. Окей. Ну, по крайней мере. Подожди, такое ощущение, как сапфир не взял. Ладно, вот чутье просто, а? Так, ну-ка у нас что-нибудь тут будет. Какая-нибудь заруба. С дрящами с этими, нет? Да. А могли бы добавить сундучок какой-нибудь, да? Для любознательных. Вот люблю, когда для любознательных что-нибудь оставляют. То есть, как типа небольшая награда, что вот их залез вот в это вот. Неприметное местечко, да, и там что-то есть. Когда вот там ничего нет, то отбивать все охоту и ходить по местам. Так. О, фурт и карт, нифига себе. Здорово. Чей город? Рузон Вонд. Так. Давай-ка тут глянем, что это такое. Обход какой-то. Сейчас мы с этим сурлузу. О, орк шаман, нифига. Здорово. Да ладно, ты где? Мы, бра, вонючие. Где он? Ты где? Ты чё там? А, вот, там бесно. Я его, короче, не вижу. Он с этим сервизом, чё-то. Обстрели. Вот, Берсе, хорошо, что я сюда зашел. Обалдеть. О, ещё какой-то. Вот, шаман. Здорово. Да, ну опять, короче, противники. Ой, нашел кого-то, смотри-ка. Кого-то нашел. Можем отсюда? Помощник Арнес. Кто бы то ни был. Ой, там осада какая-то. Так, ладно, я не могу стрелять. Пойдем с этим Сарно поговорим. Что-то, может быть, вот какое-то задание. Штаб Утгаров. А то мы что-то так ломанулись. Я думал, что в обход, наоборот, а надо сюда. Очнись, гони, поднимайся. Гони. Итак... Чем могу служить? Уходите, оставьте нас. Ганмир мертв, и остальные скоро последуют за ним. Оставьте меня в покое. Что вы здесь делаете?
Мы с Ганмиром были ранены во время битвы за форт. Они отослали нас назад в колодец, и Ньюрик исцелил нас. Тогда мы вернулись и снова сражались. Похоже, Ганмир отправился в свое последнее путешествие. Он мертв. Один из варваров, из этих варваров попал в него стрелой. Я думал, он справится, но... Вам нужна помощь? Со мной все в порядке. Когда я вернусь к колодцу, Ньюрик вылечит меня. Ганмиру не так повезло. Что вы здесь делаете? Ты болван, только что он сказал. Форт? Да, форт Илкар. Это дальше по дороге. Но я бы на вашем месте туда не ходил, мужчина. Вы, если вы не боец. Вам нужна помощь? Со мной все в порядке. Когда я верну так. Что вы так? Что? Мне этого-то? Может его... А, труп уже. Я понял. Понял. Золотой жерель пока этот не видит. Сюда? Ай, мы хоть и добрый, но бар, черт возьми. Так, мне не нравится, что Дайлан невидимка, чертов. А, тут смотри-ка, осада, видимо, да, идет какая-то. И рыцарь тут вроде норм. Так, ну давай, 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 давай. Приветствую вас. Здорово. Назовитесь силы, мы будем атаковать. Я Витамин, я работаю на Арина Генда из Союз Лордов. Аккурат вовремя пришла подмога. Я не знаю, как долго мы можем удерживать форт против осады Утгардов. Нам надо поговорить, вам надо поговорить с командиром Дамасом. Идите в строение в северо-восточном углу. Первому встречному поперечному вороту открывают. Ну прикол, да, нормас. Я от Арина Генда. Ага, вы от Арина Генда? Хорошо, хорошо. Да, ну и конечно. Ой, а ты чё ж? Нет, рожнее не Паш. А ты чё стоишь? Объект занят и не может говорить. Привет. Пусть они горят поярче, я Привет. Всегда говорю. Привет. Здорово, болван. Ладно, тут прям под огнем стоит. Ой, лошадь. Ой, там прорыв. Мне иди уже. Ой. Надо этого ой. Ты жив? Тяжелое ранение. Ой. А Дайлан-то крыса тупая, ты где? Блин, Дайлан просто пропал, осел. Надо, короче, порталиться. Сейчас мы... Надо этого спасать, блин, это какой-то пипец. Дайлан, тварь. Вы сейчас слишком взволнованы, чтобы говорить. Ты чё, болван? Так. Нам надо, короче, хилить его. Иначе его сейчас кокнут. Смертельное ранение. Давай, фортак её дигер, мама. Хорош. Все, нормально, нет ранений. Нифига. Вот за это спасибо. Вот эти вот клинки, пипец, очень мощное заклинание, просто жесть. Так, арбалетчик, ага. Давай, погоди. Приветствую вас. И Сухель, вас еще глядит на нас с нежностью, пока надежды пока не потеряны. Да-да-да. Так, куда она там сказала? В каком-то восточном углу. Короче, ладно, давай все подряд заходить. Хрен знает, там куда там, в восточный угол идти. Рыцарь. А сундуки, простите, где? А, вот есть. Они дерутся. Я уже думал, побежала там воевать с этим, с Дайланом. Так, ладно. Давай, получается, тогда тут зайдем еще. Так, Красный Тигр, волшебник Союза Лордов. Здесь тоже, я так понимаю, обычные казармы, да? О, Эскель. Нифига себе, Эскель. Здорово, ходи, Геральт. Приветствую. А может, я и простой гном, но даже командир Дамас не может обращаться со мной таким образом. Что за напыщенный самовлюбленный урод? У тебя большой зуб на твоего командира, но он просто делал свою работу. Хочешь попробовать поговорить с Дамасом о твоем имени? Хочешь, чтобы я попробовал поговорить с Дамасом о твоего имени? Все без толку, он не слушает никого, умнее себя. То есть не слушает вообще никого. Вы, конечно, не знаете ничего о неких древних артефактах, известных под названием «Сила власти», не так ли? Слова власти. О да, разумеется, нам, простым солдатам, всегда рассказывают о таких вещах. Будьте серьезнее, командир Дамас ничего нам не говорит. Если хотите, можете спросить его об этих словах. Но я не знаю, поможет ли он вам, а он всего лишь напыщенный и самовлюбленный урод. У вас большой зуб на твоего командира, он просто делал свою работу. А я не думаю, что он хоть как-то делает свою работу. Обычно Утгарды на ножах с Лусканом. Если бы Дамас захотел, он смог бы договориться о мире. По крайней мере, договориться, чтобы Утгарды отозвали своих воинов.
Но если он слишком упрям, или слишком глуп, или слишком самоуверен, или слишком слеп, или слишком кровожаден для того, чтобы хотя бы попробовать заключить мир, он просто конченый придурок. Да, сильно тебе не нравится, Дамас. Ну разве это моя вина? Я наконец-то скопил денег, чтобы уйти и купить милое маленькое хозяйство в деревне. Как вдруг бабах, меня забрали в его армию. Теперь он не дает мне вернуться домой. Мне надо найти покупателей на зерновые. Если я не займусь всем этим прямо сейчас, удача от меня отвернется, и все из этого придурка Дамаса. Могу я чем-то помочь? Да ничего особо ты не сможешь сделать. Разве что захочешь купить пару сотен бушелей репы? Погоди-ка, кое-что сможешь сделать. Я мог бы написать записку для жены с пояснениями и списком всех покупателей, с которым ей надо переговорить, чтобы сбыть наш урожай. Может, доставишь для меня эту записку? Ладно, сделаю. Так, давайте не будем. Там какой-то этот... Не будем, за награду, мне кажется, она в любом случае будет. Спасибо, ты поможешь мне спасти кучу денег. Отнеси эту записку моей жене, и она будет знать, что делать. Не беспокойся, я припишу, чтобы она хорошо тебя вознаградила. Моя ферма там, в полях, на запад от форта Илкарт. Мою жену узнать несложно. Я не думаю, что в той местности встречаются другие гномы, занимающиеся фермерством. Так, ладно, квест выцыганили. На этом уже хорошо. Так, поселенец. Все, да, тут проходов больше вроде никаких. Поселенец, Эскель. Те безымянные болваны и этот Эскель. Так, кто у нас там арбалетчик? Так, капеллан. Кстати, капеллан это не имя. О, командир Дамас. Да. Можем у тебя в шкаф заглянуть? Командирский шкаф Дамаса. Так, больше у него ничего нет. Пипец, кота, клетка со скелетом, вот болван. Эй, это личные покои командира. Я не желаю, чтобы здесь шарахались всякие солдафоны. Ох, простите. Мне показалось, что это один из солдат. Прошу простить мою вспыльчивость. Лучше и говори. Я бы не сказал, что командир Дамас человек лишенный манер. Как я могу служить вам? У меня несколько вопросов. Полагаю, что смогу уделить вам определенное время. Между бомбардировками катапульт и бесконечными жалобами моих рекрутов у меня хватает всякой головной боли. Возможно, я смогу кое-что предпринять по поводу этих катапульт. Давай. Я вот тебе что скажу. Тебе надо выйти и уничтожить все 6 катапульт, атакующих форт, а я позабочусь о том, чтобы тебе выдали за это богатую награду из казны форта Илкарт. Теперь, если ничего больше... Так, ты подожди... Почему солдаты так много жалуются? Они мягкие и слабые. Они только скулят о том, как скучают по семьям и плачут, чтобы вернуться к оставленным хозяйствам и фермам. Но разве не понятно, что идет война? Форт Илкарт должен быть защищен, и если мы хотим выиграть эту войну. И окажется весьма кстати, если мои солдаты не будут задавать вопросы по каждому моему приказу. Теперь, если вам ничего больше не надо... Так, подожди... Ты знаешь, почему племя лосей связало себя с союзом с Лусканом? Кто знает, как работают мозги этих животных? Возможно, они просто ждут своего шанса, чтобы бороться, убивать и мародерствовать. Вот одно животное, а рядом стоит из Утгартов. Ты потише, болван. Может, ты сможешь договориться о перемирии с племенем лосей и Утгарда? Как можно даже спрашивать о таком? Утгарды безжалостные убийцы, которые охотятся на слабых и беззащитных. Их надо уничтожать как болезнь. Теперь, если вам ничего не надо... Так, ну давай еще раз, да. Да, все. Ладно, короче, выцыганили квест, пойдет. Дайлан, я уже прям вижу, как у него костяшки пальцев побелели от сжимания этого топора. Ну ладно, надо бежать. Капеллан у нас тут что-то почти помер. Так, вот. Это вот это катапульта, что ли? Это... Боже мой. Мужик рядом стоит и катапульта. Только посмотрите. Ой, пипец. Я смотрю, катапульта будет. Бел, болваны, блин. Ой, жесть. Какие они мощные. Это просто пипец какой-то. Ну-ка.
Катапульта так на разнюка больше урон, чем из этой катапульты. Да ладно, давай там. Справляйся быстрее. О, у меня может дохит на себя. Блин, это пипец. Наверное, факел нужен, да? Меня хил. Что-то сделал на себя. Так, а можно как-то? О, катапульта без защиты и расчета осадного оружия легко уничтожит. Блин, вот я, кстати говоря, еще раз убеждаюсь, что вот это все, это театр действий непосредственно не от лица главного героя, а как бы типа поодаль. То есть мы, грубо говоря, сущность, точка на карте. А вот это, как бы вот эта катапульта, это просто точка, где находятся катапульты. Вот никогда не задумывались, что вот мы бегаем не от лица героя, да, а именно по карте действий. То есть вот город — это карта, потому он такой маленький. То есть вот домик этот маленький, да, мы заходим, в него уже большой. То есть вот это уже как бы, ну, реальное действие. А вот когда подходим к нему, он такой маленький стоит. Это как будто как стратегия сверху, что вот это просто дом. И вот эта катапульта смешная, маленькая, она типа просто точка на карте, где, ну, множество там отряд катапульт каких-то стоит, что-нибудь типа такого. И каждый противник — это небольшой отряд противников. Вот что-нибудь типа такого. Никогда не задумывались? Офигеть, вынос мозга. Очень, очень похоже. Вот. Катапульта вот еще раз подтвердила мои догадки, черт возьми. И все эти дома тоже. О, смотрите, это что такое вообще? Человек рядом с ней, этот самый, выглядит больше, чем сама катапульта. Так, мы можем как-то пройти-то туда? Воин племени лося. Да ты чё, давай вплотную подойдем, болван. Подошел вплотную, что ли? А, ты кританул, наверное, да? Да ты чё, ты ло? Да ладно! Неохота потом. Ой-ой-ой-ой. Господи, нифига. Так, есть. Ну так-то неплохо за 11 опыта. Так, письмо какое-то. Ты понял. Текст этого короткого письма написан ровным и ничем не примечательным почерком. Дорожайшая Матильда, я хотел послать эту записку, чтобы утешить тебя. Но даже в письме я не способен лгать тебе, любовь моя. Утром меня с патрулем отправят проверить отчет о странных руинах, найденных далеко на юге от форта Илкар. Еще дальше на юг, чем даже недавно основанные усадьбы и фермы. На последние два патруля, отправленные туда, напали дикари Утгарда и жестоко убили всех людей. Я боюсь, что могу не вернуться с этого задания. Однако меня больше беспокоят все новые и новые доклады о беззащитных поселенцах, на которых нападают дикари и зверски их убивают. Я боюсь, что в усадьбе теперь небезопасно. Ты должна взять детей и бежать на Вервинтер так скоро, как только сможешь. Я бы приехал, чтобы лично сопроводить тебя, но у командира Дамаса просто каменное сердце. Он приказал без суда вешать за дезертирство тех, кого поймают мне на посту, а и без должного на то разрешения. Все, что я могу сделать, это послать это письмо и молиться о том, что оно доберется до тебя раньше, чем Утгарды. С любовью, Уильям. Надежды Вильяма не оправдались. Ну ладно, я думаю, что мы доставим это письмо, я так понимаю, да? Так. О, поможете, Карнес? Добрались. Ха! Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Мощный. Ну, мы тоже. Пойдет, мать, я еще завалил его. 73. Помощник Арнес. Так, ты, Бивень, ты найдешь туда проход? Или опять сейчас встанешь? Глава Арнеса. Мне кажется, кто-то за него что-то даст. Так, а мы можем отсюда пострелять? Можем, хороший. Не удается достичь цели. Тебе меня не победить! Хорош, мы сейчас Да-да-да, фул. Командир катапульты. Блин. Ой, короче, ладно. Давайте тут быстренько пробежимся. Вверху. Тут ничего, да. Все, сейчас с Дайланом тогда вернемся сюда. Он побыстрее все будет. А то, блин, стреляем тут 3 недели будем сейчас. Стрелять. Сейчас ему еще ускорение. О, ну, ускорение ему. Блин, рановато, наверное, да? Сейчас ускорение на ему кастануть, и он там, мне кажется, всех разнесет вообще мгновенно. Так,
Что у нас тут на колу? Так, давай, давай. Дурак. Всё, дурак, фу. Все, ну-ка давай, Дэлан. Покажи мастер-класс. Так, что тут? Я тебе говорю, блин, он скорее не работает, он быстрее. Все, давай, иди вперед, Дэлан. Дерись. Вот так. Выпали меня. Дэлан. Умри, 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 умри. Ушел. Да ладно, ты не хочешь там что-нибудь это самое поделать, там пострелять, тупица. Ну да, реально раздражает, это просто пипец. Вот чего, зачем ты вплотную ты идешь, тупица? Что? Что тебе? Почему он идет вплотную стрелять? Я не понимаю. Просто кошмар. Вот опять. Он что, в какой-то инвизе, что ли, или что? Какой-то полупрозрачный, может быть, из-за этого. О, да ладно, еще куда-то в жопу побежал туда. Ой, ладно. Мне нужен. Ой-ой-ой, ты че кого привел-то? Вильнан там привел-то. Rage for the Red Tiger. Какие-то стрелы обычно у меня начались. Его, кстати, требует не слабо. Пойдет. Ну, по 107-то оп... Ой, по 100... Сколько там? По 11 опыта так... нормас, нормас. У нас две... Ой, так хорошо как. Немножко опыта-то осталось. И хочу провернуть все-таки этот трюк с силой. Мне интересно даже. Так, все, баллисты эти смешные. Ну, баллисты еще более-менее, но катапульта, конечно, это вообще какой-то троллинг. Тихо. Баллисты это реально троллинг такой. Такая мелкая дресня, блин. Вообще ни о чем. Так, что-то здесь не взял еще. А, факел не взял, мол, я вечно буду к нему подходить. Так, все. Вроде как мы тут все закончили, да? Штаб Утгардов. Мы там были? А, ну да, были. Мы там этого завалили. Штаб там у них, короче, этот был. Ой, капеллан, смертельное ранение. Нифига себе. Ладно, ну вроде он живет. Надеюсь, ловушек нет. Фига, он псих. У него этот раскладной топор, что ли, или что? За 3-9 земель. Так, это я возьму. Так, жилище командира. Казарм, казарм, казарм. И все, вроде проходов больше нет, да? То есть нам на жилище командира. Ну, погнали. Кому-то оно. Да, все, мы уничтожили. Давай. Привет. Награду мне. Да, катапульта уничтожена. Это прекрасная новость. И хорошо же, мне стоило догадаться, что тебе, что это твоя работа. Следовательно, тебе и получать награду. Вот 500 золотых за твой акт бессмысленного разрушения. Неплохой заработок, не так ли? Ты чё, болван? Не удалось спасти форт от постоянных бомбардировок. Тебе не кажется, что я заслуживаю больше? О! Не, мы всегда мы получаем в жизни... Не всегда мы получаем в жизни то, чего заслуживаем, верно? Ух ты, крыса. Если ты хочешь еще золото, у меня найдется работа, которая тебя заинтересует. Заждающие нас Утгарты все еще представляют проблему, даже без самих катапульт, которые сеяли смерть с воздуха. Я хочу, чтобы мне принесли голову Арнесса, младшего вождя Утгартов, который руководит осадой. Я выставлю его череп на копье перед воротами форта, и Утгарты подумают дважды, прежде чем снова решаться на штурм форта Илгард. Конечно, я позабочусь о том, чтобы тебе выдали за подобный подарок эту награду. Теперь, если ничего больше... Слушайте, так а мы можем... Я думаю, миром теперь уже не этот самый, не отделаться, да? Теперь, когда катапульт уничтожен, капитан, он пообещал наградить любого, кто принесет. Блин, я даже не знаю, ну, наверное, да. Давай младшего вождя Утгарда. Великолепно, я велю выставить это копье перед воротами форта, Илгард немедленно.
Как только я тебя увидел, я понял, что у тебя все получится. Ты просто излучаешь успех. Прими мою награду. 1000 золотых за успешное завершение осады форта Илкарт. Мне кажется, важен больше опыт. О, 624 я был. Ой, 22. 24, да. Так, тебе стоит подумать, не стоит ли больше спасения всего форта. Ну-ка. О, пожалуй, я пожадничал. Я не могу дать тебе денег, но зато у меня есть хороший щит, который ты можешь забрать себе. В любом случае, ни один из солдат, служащих под моим началом, его не достоин. Польза, которую ты можешь принести, очевидна, поэтому я хочу попросить тебя еще об одной услуге. Лучший способ разрушить Сейслу Скана и племени Лося — убить вождя Утгарда, Зокана Громоверса. Без своего командира племени Лося развалится, и это будет концом союза. Вождь Утгардов окопался в старом форте на западе отсюда. Проклятый трус не вылезает. Вот интересно, да? Проклятый и проклятый — совершенно разное значение, пипец. Проклятый — это просто как ругательство, а проклятый — это просто реально типа какое-то заклинание там на него, да? Офигеть. Проклятый трус не вылезает оттуда уже которую неделю. Принеси мне его голову и получишь хорошую награду. Теперь, если ничего больше... Ну ладно, все тогда. Как будет угодно, лорд. Если еще что-нибудь понадобится, я в твоем распоряжении. Так, у нас там вообще уровня до уровня. Уровня до уровня. 1500. Ху-ху, сюда. Так, все, у нас тут, по сути, два человека только в этом форте с именами, поэтому толку никакого. Так, нам надо, получается, пилить колодец Биаруна и к северным фермам. Колодец Биаруна? То есть это одна и та же локация, получается. А давайте-ка попробуем в колодец Биаруна зайти. Куда он нас выведет? Да неужели та же самая локация, которая и была? Я так понимаю, что примириться с племенем Лоси теперь у нас не получится, так как у нас там уже это кого-то главаря завалили. А, не, смотри-ка, усадьбу. Ну, давайте к усадьбам, нам в любом случае сюда, испуганный торговец. Нам в любом случае надо с этим поговорить, давай сначала. Может быть, что-нибудь тут узнаем. Боже мой, где проходы все? Испуганный торговец. Что там? Так, тут нифига нету, блин. Вот эти пустые локации, конечно, доставляют. Лабиринты, черт возьми. Какой-то камень. О. Воин племени Лося. Ха! Здорово. Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Рейчер за Ред Пэнтер. Попасть хотя бы немного пойдет. Что у нас за стрелы? Обычный стрел. Ладно, давай хотя бы застреляем. Дилан. Вот ничего не может без меня. Она постоянно пальцем тыкать. В кого бить? Дайлан бить вот в этого. Дайлан бить в этого. Вы не самостоятельно? Прям пипец. На раз мама еще живет до сих пор. Приставач. Так. Сюда. О. Какая-то... А, воин племени Лося. Смотри-ка. Нормас. Так, КВ щитов. О, кстати, на, посмотреть бы. Ой. Посмотреть, что там защита нам дал, да? Так. Этого, да? Ой, как говно. Каменный щит. Сопротивление огню 15. КБ 3. Ну, не знаю. Так, и меня интересует, то есть мир все-таки можно заключить, потому что... Ой, извините. Только хотел сказать, что мир можно заключить, но что-то вот он решил не заключать. Дебальный костер уже в чумы. Какой чумы? Никакой чумы! Одни золотые кольца, никакой чумы. Блин, а что он на нас напал-то? Вот тупица. Это даже не этот самый, не по себе. О, ключ от ворот. А, я понял. Так, ладно, я понял. А что у нас здесь? Так, у нас тут ничего. Нифига себе! А чё он напал-то? Нормально же все общались. Вот тупица. Да. Тебе что-нибудь? Да, чтоб ты помолчал. Так, давайте-ка, наверное, в следующей серии туда отправимся. Нам надо, наверное, портальнуться и все продать. У меня там сумки уже ломятся от товара. Блин, давайте, наверное, сейчас толкнемся. Господи, где тут? Где эта сволочь? Ньюрик этот. Рад, я тоже рад. Давай сразу усилимся. Рад, привет.
Так, мне бы хотелось кое-что купить. Так, у нас тут вот, собственно говоря, по 8 тысяч. 3 пойдет. Ой, сколько тут всего. Это все продать, продать, продать. Кама плюс 2. Кама, пуля. 1000. Говнище лютейшее. Блин, нифига топоров-то. Блин. На кузнице-то, наверное. Ну, у нас 400 тысяч. Я думаю, что мы найдем, где купить это. Ну, нафиг. В любом случае, у нас денег уже до задницы. Наверное. Небольшая проблема, нахрен. Чем таскать все это, правильно? Я же правильно говорю. Так, сектанта не можем продать. Тут у нас ничего нет. Кольцо Мелфа. Ну, наверное, продадим. Толку от него тоже никакого уже. Так, скоробей тоже продадим. Так, медное кольцо продать. Вот это вот очень сильное заклинание. Убить, по-моему, да, перс смерти, да. Так. Все, продать, 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 продать. Фер, ни в коем случае. Это моя прелесть. О, кстати, эти книжки надо все продать. Так, это нельзя, это нельзя. Окей, это тоже нельзя, это тоже нельзя. Продаем. Продаем болты. Пролизующие. Продаем, продаем. 14 тысяч. Просто обалдеть, конечно. Ну, да, прикольно, но 14 тысяч, это 14 тысяч, черт возьми. Лицо защиты. Блин, смотрите, сколько всего набрали уже, просто обалдеть. А, так, 200, продать, 0-0-0, хорошо. Так, арфы, и все это у нас нужное. Это нужно. Блин, ту бушку реально надо где-то ее в этот самый оставить. Записка Эскеля, тоже продать не могу. 0, так, о, книга. Что у нас? А, вот она. Вот она. Ребят, чуть не продал ее, обалдеть. Двойной топор, так. Необходимо алмазы, магические доспехи из КБ-6. Ага. Доспехи из белой кости. Топор высокородных. А лук есть, интересно? Легкий молот бури. Разрушение, молот рун. Ну, вряд ли, да, у кузнеца вряд ли. Блин, вообще луки обделили, просто пипец. Золотой серп. Они такие фиолетовые прям. Чего острые верные, редкий товар. Ну, нормально. Хорошо, что я и не продал. Чуть случайно не продал, реально. Так, это продаем. А чё мы этот голову-то не отдали? А, там головато. Так. Продать. Так, отлично. Отлично, отлично. Вата, кстати говоря, наверное, можно сейчас сразу отдать. Так, кому там надо было? Торговцу, по-моему, да, в этом, в казармах. Но мы еще Гудуза, или как там его? Гудуза. Вот здесь, по-моему, вот этот. Два хотя бы за одного получим. Приветствую! У меня есть голова вата. Что ж, надеюсь, ват больше не будет трогать наши пути доставки провизии. Я думаю, надо повести его голову на колы рядом с казармой. Повести дух войск и все такое. Вот, обещанная награда за голову этого проклятого бандита. 500 золотых. Бери, я не зря трачу эти деньги. Я могу сделать для тебя еще что-нибудь. Знаешь, не так-то просто было выследить этого бандита. 500 золотых маловато за все, что мне пришлось пройти. Знаешь, по большому счету, мне не стоит этого делать. Награда за эту голову была четко указана, но ты мне нравишься. Вот еще 100 золотых. Только никому не говори. Я не могу допустить, что все солдаты вдруг потребовали прибавки. Окей. Так, снаряжение у него тоже все то же самое, да, у него? Да. Да, ладно, все. Пойдет, пойдет, пойдет. Итого у нас по опыту. Ой, хорошо, у нас почти 1200 всего до уровня. Вот, ну что, ребяшки, давайте тогда на этом заканчивать. Вот, и в следующей серии дальше уже продолжим изучать там эти окрестности. Дайлан что-то там остался, да? Ну ладно. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребячки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего. И, зараза, всем пока.